Фестиваль российского кинематографа открылся в Выборге в юбилейный 25-й раз. Всем привет! Привет! Сегодня мы опять в машине, сегодня мы поедем далеко. Выборг. Мы сегодня хотим побывать на закрытии кинофестиваля «Окно в Европу». Сегодня мы посмотрим закрывающую картину. Это будет картина «Сын» режиссера Славы Росса. Он будет достаточно интересный, как была о нем презентация. Надеюсь, мы посмотрим. Мы благодарим от лица кинокомпании «Амальгама Студия» организаторов 25-го международного кинофестиваля «Окно в Европу» за то, что они предоставили нам такую честь нашей картиной «Сын» закрывать этот фестиваль. Дальше мы не можем жить теперь, как жили раньше. Мы не можем быть безразличны к этой проблеме. А проблема – это ювенальная юстиция. И пропитаться духом кинофестиваля. Посмотреть, как это и что это. Мы никогда не были на кинофестивалях. Сегодня мы при параде. И мы постараемся передать всю атмосферу, которая там сегодня будет происходить. Все, мы помчали, у нас еще 2 часа езды. Думали, что сегодня быстро доедем до Выборга. Это не такая простая была задача, потому что начали делать Скандинавию, и мы сейчас стоим в жуткой пробке. До начала фильма осталось 2 часа, нам еще ехать где-то около 1:20. Включили мы не просто так, хотели сделать заметку, что есть на самом деле нормальные люди. Все стоят в пробке, а справа дорога свободна. И, естественно, самое умное, начали справа обгонять, а потом влазить в начало пробки. Но один прекрасный человек. На Audi Q3. Он взял. И, получается, справа остановился, перед ним вся дорога свободна, а сзади него стоят вот эти вот шальные. В общем, мы ему выражаем... Респектуем. Да. Больше таких людей на дороге. Участникам и гостям 25-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия 25-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Стартовав четверть века назад в Выборге, ваш замечательный проект убедительно доказал свою творческую состоятельность. Желаю вам реализации намеченных планов и всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. «Окно в Европу» – это ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года. Сам фестиваль проходит в виде показов премьер фильмов, а также проведения мастер-классов от ведущих режиссеров страны. Символом фестиваля «Окно в Европу» стал образ Сергея Бодрова-младшего. Как видите, мы сменили место своей локации. Сейчас у нас на заднем фоне знаменитый Выборгский замок. Мы только что посмотрели фильм. Мы были сегодня на закрытии фестиваля. Фильм «Закрытие» называется «Сын». Режиссер у него Слава Росса. Кстати, я про него никогда раньше не слышала. И я тоже. Но фильм был просто потрясный. Социальная служба присвоила себе право представлять интересы ребенка. В общем, мне тоже фильм очень понравился, но фильм на самом деле не для большого зрителя. Все проходило в Выборгском кинотеатре, но народу было очень много. И народ был
очень взрослые, так скажем. Большая часть это были достаточно взрослые люди, которые могли оценить по достоинству на самом деле данную картину. Женщины там все плакали, естественно, потому что картина была на самом деле очень интересная, очень душевная. Да, и трогательная. Обязательно, если будет у вас такая возможность, посмотрите данный фильм. Через какое-то время, наверное, он появится в прокате и в свободном доступе. Также мы вам рекомендуем посетить данный кинофестиваль. Он проходит каждый год в конце лета в Выборге. Здесь очень много картин, которые проходят мимо, которые мы никогда не посмотрим, кроме как данного кинофестиваля. И не узнаем. Сами не знали до этого года, что на самом деле такое интересное событие проходит недалеко от нас. Да, и можно посетить и увидеть фильмы, которые интересны. Это не какие-то там блокбастеры или вообще какая-то ерунда. Это на самом деле душевные фильмы и хорошее, качественное авторское кино. И все, как мы и любим. Так что мы вам рекомендуем посетить, посмотреть фильмы, которые проходили раньше на фестивалях. Так что с вами были те самые из Брянска. Оставайтесь с нами. Смотрите качественное кино. Всем спасибо, до свидания. Пока. По итогам фестиваля мы отметили несколько фильмов, которые хотели бы рекомендовать к просмотру. Это так и так уйдет, я тебе тысячу раз говорил. На какие цели нужны деньги? На квартиру. Вам отказано. Ну вот, Алексей Юрьевич Чесноков, он же Штырь. Знаете что? Вы не доктор. Вот доктор сидит. Я бы вас с такой симптоматикой сдал бы на опыты. Говорят, первая любовь нержавеет. Ну, так я вам скажу. Ничто так не ржавеет, как первая любовь.